Здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман, и сегодня мы продолжаем играть на Black Rage на сервере Казань. Играю я, конечно же, на 27-м сервере, куда и вас, соответственно, приглашаю. Это вы сделать сможете очень просто, переходя по ссылочке в описании, скачивая лаунчер, устанавливая 27-й сервер и регистрируясь на нем. Кстати говоря, ребята, еще ко всему прочему, вы можете ввести мой промокодик в хэштег промо, и вот сюда в активировать промокод можно вот так вот вписать Димк и получить очень жирные подарки, такие как VIP-голд на 12 часов, скин Моргенштерна, шарик и гелик на 12 часов. Стой, у меня проходит конкурс на 3000 блэккоинов, которые ты прямо сейчас можешь себе забрать на аккаунт. Для этого поставь лайк, подпишись на канал и напиши как можно больше комментариев со словами «Участвую». И самое главное, ребята, то, что сегодня у меня есть очень важная информация, во-первых, для новичков, которые вот-вот уже скоро появятся с iOS устройствами, потому что у нас была маленькая инсайт-информация, где у нас уже в течение нескольких дней уже будет доступна iOS-версия. А это значит, что, ребята, вы сможете так же, как и я, зайти на проект, прокачать свой аккаунт. И как же это сделать максимально быстро и правильно, сейчас я вам расскажу. Первым же делом вы должны почитать всю информацию об игре, чтобы не совершать каких-либо ошибок. Затем ты должен пройти все квесты, которые тебе предлагаются на самом старте игры. Также ты можешь арендовать скутер и, соответственно, пойти сдать на права. А как это сделать, смотри мой прошлый ролик, я там разбирал все вопросы на любые категории прав. И, конечно же, ребята, главным аспектом прокачки вашего персонажа будет являться VIP-голд, который вы можете получить по моему промокоду. Если же вдруг у вас он недоступен или промокод уже давно себя исчерпал, то, в принципе, вы можете зайти в донат и купить VIP-набор, который, ребята, вот VIP-платинум самый лучший при X2 стоит 85 рублей. Это не очень такие много. Ну, а также, ребята, вы можете, конечно же, залутать кучу промокодов для того, чтобы максимально быстро прокачать своего персонажа, максимально много получить тачек и передвигаться, не покупая своего личного транспорта по важным меткам, работам и так далее. Ну и давайте-ка приступим. Во-первых, опять-таки, если вам нужен VIP-голд, я не устану это повторять, то можно ввести такой промокод секрет 0905-2023 и посмотри, ты сразу же получаешь VIP-голд на 12 часов, 2 скина и УАЗ Хантер на 12 часов. Солидно, да? Ты сдаешь на права, можешь кататься на УАЗ Хантере, да и еще в придачу на 12 часов получаешь VIP-голд. Кстати говоря, сегодня будет много промокодов, новых промокодов на VIP-голды, на многое другое. Ну и, конечно же, все это дело ты должен в любом случае вводить, потому что они могут закончиться, и тогда ты точно будешь в пролете, потому что данные промокодики, они максимально быстро качают твой аккаунт, если ты ими пользуешься. Лето23БР, вводи и посмотри, через 12, а нет, сразу же ты получаешь скин, а также скидку 20% в товары из магазина. Ну и, конечно же, ребята, какой-то скинчик, который мы прямо сейчас с вами оденем и посмотрим. Вот такой вот прикольненький скинчик мы, ребята, получаем. Но это же не все, конечно же, ребята, есть куча и других очень жирных промокодов, и один из которых, ребята, это Black Million. Мы должны его ввести, и, ребята, кстати говоря, так как у нас есть VIP-голд, он нам, кстати, не будет сейчас доступен, но как только у нас все VIP-голды закончатся, все призы закончатся, вы можете его ввести и получить приятные плюшки в виде того же VIP-голда, и плюсом что-то еще. Победа BR, вроде как 23, вот так вот вводи, это один из жирнейших промокодов, которые есть на проекте, вы получаете сразу УАЗ Хантер, Хаммер, Катюша, куча просто аксессуаров и два прикольненьких военных скина. Оденем мы их чуть позже, а пока что введем следующие два промокодика, которые тоже максимально жирные. Happy BR Day. Ребята, вот данный промокод через 12 часов игры даст вам, смотрите, Lamborghini Aventador, Mercedes, получается Гелик, BMW M5 и Mini Cooper, куча скинов. А если ввести еще BR Love Y, блин, меня сейчас скутер украдут! БР Лавы, ай, давай быстро, вот так вот, ребята, через 24 часа, смотри, 4, даже 5 автомобиля классных, ну и куча также скинов, поехали отсюда подальше, что-то тут не особо приветливые, ребята. Так, смотри, сейчас будет еще парочка жирнючих промокодов, которые имеются вообще на проекте, Клаун23, его ты обязательно должен вводить, потому что, смотри, на третьем игровом уровне ты получаешь BMW X6 и кучу аксессуаров. Также самое
важное VIP-платинум на 6 часов. А это с огнем сыщи, потому что реально найти такой подарок очень сложно. UTBR, если ты введешь, ты уже можешь получить ту же X6 на 3 часа. И, кстати говоря, еще есть промо как Shark. Вот, вроде как он дает тебе акулу на 3 часа. А есть еще стартовый промокод, который работает на всех серверах, но дает что-то свое. На моем наказании дает 124-го Мерседеса на 3 часа. Еще можно ввести, ребята, такой промокод как ВКБР. И смотри, сразу же сходу ты получишь BMW Z4 и скин Кирилла Муканова на 58 часов. У нас уже очень много скинов, на самом-то деле, давайте-ка мы его оденем, и много тачек в инвентаре, которыми мы можем пользоваться. Но сейчас важная информация, не вводи все промокоды, как это делаю я. Я это делаю для того, чтобы показать тебе, что они работают, а ты если так сделаешь, то просто все потеряешь. У меня также есть жирнючие промокоды на классные аксессуары, и прямо сейчас мы их тоже с тобой введем. Фредди, вот так вот, если ты введешь, то получишь маску тыквы на 108 часов. Это почти неделя. А также можно ввести фейер и получить маску демона на 108 часов. Тоже это почти неделя. Также есть промокод, который тоже связан с Хэллоуином, который был недавно. Крип, вводи. И смотри, на третьем игровом уровне ты получаешь 2 эксклюзивных автомобиля и 3 классных скина и VIP-голд на 15 часов, это очень жирно. Также, да, есть еще такой промокод, как HOLYMARCH23, благодаря которому ты посмотри на третьем игровом уровне Lamborghini Urus, Гелик, Bentley, Skyline и Camaro ты получаешь практически на полсуток. И также VIP-платинум. Но и еще, кстати говоря, третий уровень, возможно, ты подумаешь, что прокачать очень сложно. Друг мой, если ты пройдешь все квесты, то третий уровень у тебя уже в кармане, а квесты пройти около часа, поэтому максимально быстро качайся, тем более, если у тебя есть такие классные тачки в инвентаре. Ну а все твои тачки, которые ты получаешь, они находятся в лукуре авто. И если мы прямо сейчас введем хэштег car, то по идее, ага, она где-то заспавнилась, а вон она. И вот здесь она, ребята, спавнится, вот наша акула. Мы спокойно можем открыть двери, закрыть двери и тому подобное, потому что это наш транспорт. И, ребята, мы можем им пользоваться. Вот, посмотри, мы можем даже выгрузить транспорт сервера и, соответственно, ребята, загрузить следующий. Пускай это будет BMW X6, чтобы вы понимали, что это реально так работает. Смотри, где он спавнится у нас. А вот он, наша BMW 6 вот здесь. Давай я тебе дам еще парочку промокодиков, чтобы, знаешь, вот которые попозже тебе, да, они будут доступны, но зато ты можешь ими воспользоваться. Допустим, пускай будет 8 March, который вроде как на третьем уровне. Да, вот, ты получаешь сразу Ferrari California на целые сутки и Lamborghini Gallardo на целые сутки. Ты ведешь просто марш, то получишь еще Ferrari California на 24 часа и тоже на целые сутки. Ну и последний промокод за сегодня, это промокод Кулич. Да, Кулич, если ты введешь, то получишь через 2 часа игры это 2 скина, VIP Gold на 6 часов и Cadillac, как у Моргенштерна. А самого Моргенштерна ты можешь получить по моему промокоду через 1 Payday. В общем-то, это были все промокоды, которые я тебе хотел дать сегодня. Ставь лайк, не забывай подписываться. Всем удачки и пока-пока.